продолжаем дрочиться, как говорится, да? Вот тут просто сложно прицелиться именно на ту херню, которая есть, вот. Но, блядь, мы... Да ёб твою мать! Тут просто сложно, блядь, прицелиться нахуй, и всё. Я выздоровел. Блять, вот куда ты выздоровел, блять, дебил? Я выздоровел. Ху-ху-ху, быстрее, быстрее, Спайди. Ёб твою мать. Мы еле-еле... прошли этот момент. И он реально жесткий. Так, стоп, все? А, то есть реально последняя херня и все, да? Так, ладно. Ёбушки. Твою мать. То есть, вы сейчас мне хотите сказать, что... это мы все зазря делали? Для каждой двери должен быть свой выключатель. Для каждой двери... пиздец. В каком плане для каждой двери? То есть ты мне теперь хочешь сказать, что где-то еще внизу дверь, да? То есть создатели, видимо, совсем ебократы и... твою мать. Да ебануться. А куда я упал-то? На первую арену? Ёб твою мать, еще внизу, что ли? Так, стоп. Я вообще не ебу, куда нам, это вообще просто пиздец. Тут еще с тупым управлением этот момент просто ебанутый. Блять, пиздец, еще текстуры вообще нихуя не видно. Куда нам... куда нам вообще хреначит? Блять, куда ты? Давай сюда быстрей. Это какой он... что? Так, мы хоть правильно идем, нет? Думаю, это выйдет. Выйдет что? В каком плане выйдет? Генераторы, надо подпишить. Да ёб ПРСТ. В каком плане поспешить? А, в этом плане. Понятно. Так. Да ебучий случай. Ебучая будка, да? Ну и... один сдох? А, я проебал. Тупой уровень, вот реально тупой. Надоедливый и тупой уровень, нах. Ты сдохнешь или нет, наконец-то? Объясни мне, пожалуйста. Можно отключить второе поле. В смысле второе поле? А дальше, как мы отключим это второе поле? Объясни, пожалуйста. Ну, первое мы отключили, да? Так, это понятно, а дальше чё? Так, стоп. Ох, мазафака. О,
Если мне удастся ускользнуть, ящерицы перебьют друг друга, что приведет к активизации силового поля, и тогда я доберусь до переключателя. Давайте, перебейте себя. Ну, понятно, ясно. Да давай. Ну, заебашьте друг друга, блядь. Давай. Ну. А как последнюю заебашить, я что-то не пойму. А, все. Ну да. Мэджик, да? В смысле? А, наверху выключил, да? Я выздоровел. Так, стоп. Ага. Окей. Погнали. Дальше. О, бля. Я не нацелился, да? И дальше чё? Великолепно. Три переключателя и силовое поле. После тщательных расчетов можно попасть туда, когда оно не включено. Тупое управление, нахуй. Блять, ну. Слушай, а как ты нацелился, дебил? В смысле? Ты баран или чё? Нет, он реально какой-то баран, он, блядь. Не с первого раза нацеливается. Главное, первый раз у меня получилось. Вы сами все видели, да? Не, это просто. Я думал, это активатор какой-то нафиг, наверное. Так. О. Вверх и вперед. Убрали у меня эту. Чего, блядь? Вперед. Так. Отлично, просто супер. Шахты, электролинии, двери. Я нельзя взять больше картриджей. Нельзя взять больше картриджей. Да, помню, это бомбячий момент. Нельзя взять больше картриджей. Так. Бомбячий, помню, момент. Так, и... Так, ладно, погнали. То... Вот баранище, блядь. А, понятно. Блядь, ты тупой или как? Так. Ага. Окей. Первый этап мы прошли, да, как говорится. Так. Ага, второй этап тоже пройден. Так. А дальше чё, как? Так, ага. Электричество получается, да?
же двери, что ли, закрываются, не пойму. Пока нихуя непонятно, честно. Ой, блядь. Блядь, проебаться. Как можно? Блядь, ебануться. Ты серьезно, Спайдермен, блядь? О. А. Так, а стоп, а что нужно сломать? Нихуя не понимаю. Ёб твою мать, я деактиватор пропустил. Ебануться, серьезно? А дальше? Ну, допустим, я сюда ползу. Подожди. Так, ладно. Подожди, стоп. Так, стоп, либо меня контачит опять, либо что я, блядь, не отключил, не пойму, нихуя. Стоп, что? Чего, блядь? Так, подожди. Что-то внизу, что ли, опять? Бляха-муха. Это придаст дополнительную защиту. Ебануться. Так, ладно. Ебать. А за что там зацепиться-то, а? Мысли. Блять, вы серьезно? Не понял. Так, стоп. Чё-то я нихуя не могу понять, а за что можно зацепиться? Если за эту херню, это чисто в теории.
Да. В теории за эту, походу, херню. Блядь! Ну как можно было... Да ёб твою мать, вот это управление, блядь. Что нахуй, ты ещё, блядь... Ладно. Так, допустим, мы прошли эту часть. Короче, это пиздец. Не просто короче, это реально пиздец. И, походу, пиздец жесткий. Так, стоп. А где второй рычаг? Блять. А, вот он. Еще четверо. Подожди, четверо чего, блять? А, ну понятно. Было бы все просто, как бы это рисовали, да? Стоп. А, ну понятно, так. Блять, быстрей. Опа-на. Так, стоп, 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 стоп. Ну, открывайтесь уже, а. Так, стоп, значит... Блять! Да ёб твою мать, я еще хуже сделал. Так, 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 так. Ну. Так, нам сюда? Или нет? Ох, ебать. Так, стоп. Мы же отключим эту хуйню, получается, да? Четвертая где? Нельзя взять больше карт? Еще два. О, понятно, понятно. Весело, блядь. Блядь, быстрей! Вопрос, куда... Куда ты, блядь, болтёшь, паук? Ёбаный в рот. Да, пиздец, короче, тут вообще жесткий, я бы сказал. Не просто жесткий, а очень жесткий пиздец. Так, стоп. Ну. Да. Чё, блядь? Блядь, быстрей, быстрей, спайди, спайди, майди, блядь. Да. А то был бы спайди жесткий пиздецок, да? Мои подозрения это то, что они сзади. Теперь надо добраться до двери. Да-да-да, чувак, мы тебя... Замечательно, поняли. Еще толпа убийц. Да, тут не все в порядке. А когда здесь было вообще все в порядке, Спайдермен? Объясни мне, пожалуйста. Так, стоп. Так, ну. Фух.
Это было не сладко. Это было геморройно. О, черт. Вряд ли это сделали ящерицы. Кто бы мог все это натворить? Эй, доктор, где ты? Я хочу знать, что все в порядке. Ну же, ну. Привет, капитан! Повторяют прилетчика. Да, ролики тут пипец. Работает Формула-1. Что? Уверен, что эти стены твердые. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что-то резко. Чувак. Эй. Действует Формула 2. Так, подожди, стоп, как его валить-то? Так, подожди, нет. А. Так, я что-то не понял, а как его валить-то? Ему эксперименты доктора по ДНК связывают с ящером. Да подожди ты. Подожди. Не понял нифига. Чё за глюк? А, не в руку или нет? Его ж вроде как-то надо это. А, подожди, во как. Понятно, ни хрена. Как его надо было валить? Так, ладно. Я вообще не понимаю, что происходит. Ёб твою мать. Бред какой-то вообще. Да ё-моё, ты задрал, реально. Да, логика просто. Бьёшь, бьёшь, и логика. Куда делись те паучьи эти патроны, непонятно вообще. Это, блядь, Mortal Kombat получается. Да пошел ты нафиг, хренасос. Thank you.
его только бить, все, ему ничего не сделаешь, когда примерно вот так, да. Блять, по сути его электричество должно брать. Я не понимаю, почему его, хотя и может и не должно брать. Ну, будешь загибаться, нет? Понятно, ему насрать. Бред. Да сдохни, идиот. Да, нормас, вообще нормас просто. Шикарно. Да иди нахер, заколебал, блядь, меня. Да. И чё? Грёбаный ползун. Называется, кто кого сделает, блядь. Нахер пошёл. Да ёб твою мать. Давай. Вздыхай, мать твою, вздыхай. Все, колебись просто. Непонятно, как его просто тупо этого ящера валить. Блять. Я реально сбился. Я сбился. Забагованная ящерица, вот реально. Я думал, нормально будет, но я что-то вообще не понимал, что творить надо. Да, стреляю, вот вопрос. Его вряд ли. Но... Да ёб твою мать. За глупый, блядь, объясните мне, пожалуйста, а? Ну, ты сдохнешь, нет? Заколебал, багованная, блядь, ящерица. Как тебя валить, блядь, непонятно. Ну, наконец-то, блядь. Фух. Что с тобой случилось? Здесь был Электро. Он искал данные о проекте Бионексис. Он собрал все компоненты, но прибор все равно не работает. А что это за штука? Этот прибор способен поглощать и передавать биоэлектрическую энергию живых существ. Для этого он и нужен Электро. Его надо остановить.
Но как это сделать? Доктор Ватс хранит всю информацию в секретном файле в лаборатории, которая находится в другом крыле комплекса. Спасибо. Кем бы ты ни был, Человек-паук, но тебе все равно ничего не удастся. Давай, выкладывай все, что тебе известно. Даже не надейся! Да ну! А, это повторная херня была, кстати, с чуваком. Да, в конце ролика вот эти скрипания прям реально самого меня, блин, бесит. Прям вот. Так, а мы, наверное, начнем в следующей серии. Так что с вами был Казуко Фэмили. Всем до встречи. Всем пока.